Всем-всем здравствуйте. Всем-всем здравствуйте. Сейчас буду кормить вот этих белых хвостатых сначала. Сначала малышей, потом их запру. Так, курочка, да, остыла, все нормально. Так, ну что, белые хвостатые, мордочки мордатые. Что, Милуська, помогаешь им? Не все хотят, но они так быстро кушают, что остальные не успеют нормально покушать. Поэтому сейчас кормлю этих вот хвостиков. А потом уже вот взрослых товарищей. И феюшка будет со взрослыми. Феюшки уже, как обычно, вот подготовлено в маленькой мисочке. Очень-очень мелко. Все порублено. Поэтому не переживайте, фейка голодной не остается. А у них она так. Утащит кусочек себе. Покусает немножко. Бусечка, сейчас и вы будете кушать. Да. И вы тоже. А смотри, они как быстро лопают. Вы-то у меня спокойные товарищи. Вы у меня спокойно кушаете, да. А эти меченосцы прям какие-то. Метеоры. О, поел. Деловой побезят. А с другой стороны, думаешь, вкуснее, да? Ну, смотри, если тебе кажется, что вкуснее с другой стороны, так ради бога. Вольк. Маленький Вольк. Кто маленький Вольк? О, минутка. И вы опустошили тарелку, прям молодцы. Да, госпожа Лялькина, молодец. Ой, такая девчонка крепкая прямо растет она. Я уже ее с мамкой путаю. Представляете? Бегусинка, иди сюда, ласточка. Иди сюда, ласточка. Мать и дочь, 3 месяца ребенку. И вот этой 5 месяцев. А вот этой 3 месяца. Обалдеть. Разница. Порода одна и та же. Вот такие они разные, так же, как и люди. Все разные. Да? Ну, а мы вам желаем хорошего настроения и прекрасного дня.